Боря, на месте его ловить, ничего себе. А теперь подборка. Эстеры пошли под босс, потому что, блядь, у нас здесь куча ракушек. Вы слышите, что я говорю, или чем вы вообще занимаетесь? Привет. Крис, залейте пару номеров. Все, хватит. Блин. Закосного убийства на полку. Саня, аккуратно сокро. Сок убег. Лапу бахнуть. Вам мана нужна? Пока вроде помогаются. Полка. Нужна мана. Кто-нибудь из танков свободно. Закиньте по всякое, пожалуйста, Игорь. КД. Всяк. Так, поднимаем павших героев. Один павший инвалид я.
Так, осада будет. Ну, у меня второй спек танка, как бы, но он у меня самый одетый из-за того, что мне больше всего танчить приходилось. Пистона как раз для укагера не хватает. Отдайте котику, он танчить умеет. Какой? Монород? Угу. Монород тоже, кстати, танчит. У него танк хорошо одетый. Он танчить умеет, только он меня заставляет, чтобы я молчала, чтобы я не говорила, что он умеет танчить. Зачем человек заставляет? Я люблю танчить, в отличие от Монорота. Зачем насиловать людей? Так, кто у меня еще получается? Так, батл и продрым. Батл продрым куском плечом. Ну, мне плечо надо, а грудак не надо. Наверное, батл грудак, а мне плечо... Грудок, грудак на этом, когда гоню. Нужно следующего начнем еще с одного, как раз у нас вдвоем будет. Тогда давай батлу, это плечо, давай батлу. А я подожду так. Следующего, когда до следующего куска. Так. Вот там, кто у меня там есть? Кубик. Из магов плечо надо кому? Спасибо, третья. Нормально. Ты чтоб понимал, у нас там товарищ Лекс, мне кажется, уже три спека особо. Он с тела так кинуть, у меня тела нет второго. Тело всяко хочет. Минуту отойду. Всяко, что ты начинаешь? Не пали меня. Так, у нас отошла Лера. Сап тут. Все это мне перекинуло. Ждем трешек тогда. Это друидовское плечо кто-то забрал? Тендер, да. У тебя есть громовая ярость? Вторым куском на пристан. Громовая ярость есть? Что забрал? Им-то батл вторым куском шло на пристан. Если ты промеешь, то нет. Если бат походит, у нас с ним знаковый нонсет. А значит, что он должен забирать? Не знаю, не все, вертушку сбил, пускай стоит. А что в этом коридоре патруля нет вообще? Или мы его убили?
Тоже мы зря всегда правый коридор зачищали. Вообще, скажи, неправильно играли. Слава, ты в огонь. Почему? Не знаю, просто решил поговорить. Ну ладно. Это важно. Ладно, раз я в огонь. Там Иннер, да. Это тоже хорошо. А чё на мне лутер висит? Ну, дай бы ешь. Просто бери знаки, давай. Это баг сам визуально. Че это? Баг просто визуально. Да. Такое частенько бывает. Пойду обшарить. Серьезно, ни у кого нет громовой ярости. Чё такое громовая ярость? Зачем? Её делать 20 лет, Сань. Конечно, не трудно. Ну, легендарка, громовая ярость. Это ножик в длинном названии. Саня, то что дуб сделал, это не значит, что он на всех. Он же наркоман. Зачем она нужна? Значит, что все наркоман. Она хантов бахает. Чтобы в ЛФГ пандаваться, и чтобы длинное тоже. Название да, РЖ высвечивалось, и все удивлялись. Там же уровня цель природы вели. Опять же шоумен. У меня может быть прирост цель природы 30%. Только кто-то проверял, там Юрий на остальном. Да, проверяли бафы. И сколько у него урона, сколько теряет рук? Он в левую руку его сует, теряет, грубо говоря, ашки с левой. Ну, разумеется, некоторые хит забиваются ради ашек с левой. Наверное, я забыл. Короче, еще сапрок на 35 держит. А где труп Дадая, покажите мне. Где-то сзади. Угу. Чё, ну это... Опять порезка. Нашла трусец. Хочешь, не дам его резнуть? Полка, как дела? Полка сегодня больше в горизонтальном положении. Полка. Ладно. Рыбка стоит. Thank you.
Так, на ромбе. Бурдоку. Вот, трусы, фана на квадрат. Красочку обновите. Трэш два танка, да? Да, трэш два танка, Мордоку на 8. Войт и Файдрим ловят трэш на второй фазе. Что у нас? Мордоку, Боря, ты где? Товарищ князь ночи, так, да? Сэсэр, не трезвый, сдох на стопудняк. Пожалуйста, спекнись танком. Да я на первый сдохну, всяко ты чё. Полену, князь. Пашка гонор танка. Пашка гонор танка. Танка, говорю, спекайся. Ну, да, люди, конечно, мне приходится кого-то перебивать, я это очень сильно не люблю делать. Паша Гонор, ты танка идешь на ромб. На второй стоишь на келе. Запускаем. Экс-кулак просит. Без них не могут. Это зависимость после уничтожения солнечного колодца. Ром, на второй фазе келя. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля Нора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Мне достаточно ярости. Но перед мощью кровавого молота не стоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Коперниан проследит, чтобы вы не задержались здесь надолго. Мне подходящая цель. Раньше набираем. Высшая раса. Я пока не могу использовать эту способность. Вроде как ебал тебе. Угу. Скорость ёбнутая трата. Прохил. Вы можете потягаться с моим главным инженером Лоникусом. Она ралапи. Бомбы ушли. Сада, ракушка. Дебер туда. Это фури баф. Остальное забрать. Да, видите, сокупание.
пожалуйста, я очень сильно прошу, можно во время трая, чтобы слышал только тебя? Смысл повести сокрушение? Не работает. Медотка по танке. Френдик Дедайн. Войд по возможности осаду. И монород сверху. Господа посохи, не забываем прожимать. Помогите слепому шаману найти колотушку. Это там в куче. А Freedom работает от замедления бабы, когда она откидывает? Кто знает. Я тебе говорю, нет, не работает. Хотя, может, уже сделал. Вначале, по крайней мере, не работал. Возможно, я недооценил. Попробуйте на кружок Фрида. Так, господа андроидов, пожалуйста, контроль по максимуму ветрами. На второй фазе не забываем. ТБ раскрыты, поэтому у нас нет права, чтобы потерять людей. Раньше держим. Виндетка, это тоже боссы, на них тоже лапку нужно вешать. Опять, Макс? Я тебя, блядь, повешу. Вы ж так же отдаете Геру, чтобы быстрее залить Келед. Да. Макс, блядь, я прописку сама, и тогда уже я не буду тебя предупреждать. МК готовимся, служу ушли, у Ранжа уже больше. Имейте в виду. МК контроль. Войд. Танка держим.
Держим танка. Котик еще раз летал. Поддержал, пожалуйста. Мы уже ушли. Я вот не знаю, как у танков, у меня что-то сердечко ёкнуло, когда я прокликал Келли, а там глыба почти докастована. Ну, нормально. Ничего не смущает. Танк стоит нормально. А что спорить? Лучше спорить, аккуратно ушли. МК готовимся. Боря не вон все. Контроль дали. Феникс аккуратно вышел. В воздухе аккуратно. Сразу раунд набираем. Энергию очень аккуратно служим. Еще ДКш, но я практически не видно. Я не кидаю. Господа, птенцов мы не трогаем. Медведи, до вас же до боев оставит, даст баф от дробежки. Просто прожмите всех рядышком. Учите сразу, раньше чтобы урона не проходило, и понимаете, где вы находитесь по отношению к другим игрокам. Потому что на Гере это будет критично. Настя, откатит, Алекса, поднимешь. Я вижу. Стоит, забагался. Это нормально. А, не все. Не люблю. Понимаю. Вагоны, блядь. Так, кто у нас попадает? Тенка, осада, где? Раньше там брали? Секунд рез. Все еще векса? Да. Эрл, на тебе косты. Иди, пожалуйста. Век стал пересаю, уходи сразу. Танку подняли. Танк, вставай. Следим за лужами. Еще
Макс сколько поднимает? Вторая доска. За сокрушение тоже можно найти. И за бомбу. Угу. Прям вся круто. Это же как завод. Чё, залка, да? Да, давайте взял залкан, только ты заставь, когда надо, чтобы вышло.